Всем привет, это мой Знайка, и сегодня я показываю декор для оформления стен газеты к выпускному в детском саду. Этот декор интересен тем, что можно разместить фотографии детей в корзинах воздушных шаров, в окошек машины или же в самолете. В кабине самолета можно даже разместить фотографии воспитателей. Тут, как говорится, на все воля вашей фантазии. Количество детей, которые можно разместить на стен газете, вы выбираете самостоятельно. Это зависит от количества распечатанных воздушных шаров и машинок. Можно также разместить и по две фотографии в одном воздушном шаре. Тут уже подбираете вы сами. Добавить интересных деталей к этой стенгазете мы можем объемными воздушными шарами. Для этого на основу воздушного шара мы приклеиваем согнутую деталь прямо посерединке и немножко расправляем. Получается вот такой воздушный шар. Также можно сделать и с облаками, а можно просто оставить их и написать на них пожелания деткам. Масштаб этой стенгазеты я сделала на ватман, а уже количество шаров, машинок регулируете вы самостоятельно. Надеюсь, вам понравится такая моя задумка, а еще больше видео есть на моем канале. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пока-пока!